Три дня юные футболисты из Пензы, Саратова, Энгельса, Заречного и Республики Мордовия жили в звездочке. На базе Зареченского детского оздоровительного лагеря прошел межрегиональный турнир «Кубок Союза» среди детей 2008 года рождения. В соревнованиях приняли участие 6 команд, в их числе Зареченский «Союз». Наши футболисты уверенно добрались до финала с наибольшим количеством заработанных очков и без единого пропущенного мяча. В матче за первое место «Союз» встретился со своим принципиальным соперником – командой «Мордовия-1». На предыдущих турнирах спортсмены этой сборной не раз обходили наших ребят на финишной прямой. Вот и в этом матче первый гол забили гости. И хотя «Союз» быстро сравнял счет, а после даже повел 2-1, матч закончился в ничью – 2-2. «Союзу» вновь не удалось обойти «Мордовию» в игре. Тем не менее, по итогам всего турнира, зареченские спортсмены оказались на ступень выше. Разница в 2 очка принесла нашим ребятам победу. Мы очень старались, тренировались дома, и потом приехали на этот турнир, ну и выиграли. Это была жесткая игра, но мы смогли. Я не закрыл игрока, из-за этого нам забили. А я один пас не дал. Если я в конце вот на последней минуте пас отдал, мы могли первое место занять. Эта победа для зареченской команды – результат большой и тяжелой работы, проделанной за сезон. Мы ездили, набирались опыта, где-то что-то не складывалось не в нашу пользу, но мы работали над ошибками, что и в результате привело к победе на этом турнире. Я горжусь своими детьми, вот, люблю их очень сильно, ну и жить без них не могу. После финального матча все участники Кубка Союза собрались на летней эстраде, где прошло награждение и торжественное закрытие турнира. Юным футболистам мне бы хотелось пожелать только побед. Каждое соревнование – это преодоление какое-то. Я думаю, что вы сделаете выводы, тренеры ваши подскажут те моменты, над которыми стоит работать весь год. И в следующем году мы обязательно здесь встретимся и посмотрим красивый футбол. Любите футбол, занимайтесь футболом, будьте здоровы. Спасибо вам. Три лучших игрока в каждой команде получили именные грамоты и индивидуальные подарки. Призеры и победитель были награждены грамотами, медалями и кубками. По итогам соревнований третье место поделили команды «Мордовия-2» и «Саратов». Второе место у «Мордовии-1». Победителем Кубка Союза стал «Зареченский Союз». Анна Литвинова, Александр Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».